Итак, дорогие друзья, вас приветствует снова компания Кровмонтаж. Мороз Алексей. Я снова третий день мучаюсь с верандой. Вот. Четверку я отдал. Сегодня приехал на другой машинке. Четверку отдал прорабу. Нужно ему ехать профилятом для гипсокартона. Да, вот, смотрите, согнул. Я сегодня утром быстренько на станке карнизную планку. Буду постараюсь фальцевую кровлю сделать. Крепить буду саморезами в цвет красными. Да, взял свой чемоданчик жестяной по жестянке. В общем, тоже день будет не менее интересный. Вот, и буду продолжать блокхаусом бить. Итак, дорогие друзья, первый лист пошел. Я прикрутил вот, видите, карнизную планку. Значит, установил. Конечно, одному тяжело, без напарника. Фальцевой кровли нужно там лист придержать, выставить, другому закрепить. Конечно, много суеты лишней, но дело движется. Вот, сейчас поднимусь на леса, покажу подробно. Итак, видите, я карнизную планку прикрутил металлочерепичными саморезами. Вот сделал самодельный клеймер. Вот. Самое важное, что оставил вот зазор. Вот. Если фокус поймает под металлочерепицу, то есть под вагонку. Вот сюда под низ козырька подшивать и туда, чтобы вагоночка вошла. Посмотрите, как закрепил края. Вот видите, вот эти тоже клеймера, чтобы лист не, так сказать, лист не ветром не отрывало, и напрямую тоже лист дырявить нельзя. Вот такие применяют боковые клеймера. Видите, они хитро так крючком держат лист на месте, он никуда не денется. Вот. Ну, сейчас я буду щипцами вот эту часть, вот эту кромку заворачивать вот за вот эту кромку. Вот видите, я оставлен запас. Сейчас я заверну. Ну что, друзья, маленький отсчет. Вот. Крыльцо готово. Как вы видите, там немножко вагоночка даже подшил снизу. Вот. Все обтяпал. Здесь блокхаусом дошил вокруг окна. Сейчас, вот видите, значит, вдоль двери, как я вчера показывал, снимаю угол. Сейчас, пока бензопила остывает, по уровню линию обозначил. И буду потом шлифмашинкой шлифовать вот это, вот эти места. Значит, а чтобы шире, пошире дверь открывалась. И потом обналичник дверь подчеркнет. Когда обналичники вокруг окна, вокруг двери появятся. Вот, отливчик еще сделаю. Вот. Ну вот, примерно так. Я здесь, видите, срезал углы тоже. Вот, и обналичником шлифовал шлифмашинкой. Так же самое и вдоль двери будет вот такая красота. Все, на когда скруглится, зашлифуется, будет отлично. Да, друзья, пока стоял здесь, посетила мысль. Вот, и может мой совет кому-то пригодится. Смотрите, у меня, видите, с двух сторон сделаны водостоки, желоба. И там имеются трубы. Значит, сливается. Но есть участок, вот он во многих домах бывает, такие эркера. Смотрите, там я еще не сделал желоб. Но если есть желоб, должна появиться и труба. Но она здесь никуда не вписывается, так сказать, ее опустить вниз. Ни к селу, ни к городу. Но есть хорошее средство. Я могу вам посоветовать и поделиться. Я обязательно это сделаю. Значит, в уровень вешается без уклона желоб и продаются к комплекту желоба внешние углы. И вы просто внешними углами поворачиваете, ну, 90-градусными,
на те скаты крыши. И все, проблема решена. И, значит, водичка с этого треугольника будет попадать в жёлоб, обтекать и за углы заворачивать, падать на крышу. И оттуда уже с основной водой в эти желоба. Вот такой совет. Вот я, видно, зашлифовал вот эти, которые скошены углы специально, как я объяснял, чтобы и дверь шире открывалась, и ну, вообще для красоты, потом обналичником в этом месте пойдет обналичник, будет такая красота. Пылище, конечно. Шлифовал вот я вот таким шлифовальным кругом, маленькой болгаркой. На круге крупное зерно покупал, потому что это же все-таки бревно, чтобы побольше снимало. Вот. Ну все, вот, округлил, сейчас веником промету вот эту часть и к вечеру покрашу, когда буду уезжать. Пылища, конечно, много. Вот, завернул уже за угол, начал шпандорить верхний ярус блокхауса веранды. Вчера я показывал, мы вот этот нижний делали с утеплением, с гидроизоляцией. Сейчас уже вот этот. Сейчас поднимусь наверх. Вот, тут ничего сложного нет. Вот, сделал гидроизоляцию, прострелял ее все. Вот. И монтирую блокхаус. Все, под окно, в уровень. Вот. Дело движется. Вот, загидроизолировал второй участок окна. Тот я уже сделал. Вот, сейчас пойду вверх и соединюсь там сверху. Сделаю там как раз одна доска встает и будет нормально. Вот такая вот я использую разные гидроизоляции. Пары вот Ютафол в данном случае у меня остаток. На низ использовал Изовек в прошлой серии. Подешевле. Ютафол уже получше. Порылся, нашел себе еще остатки. Вот. Ну, повторяю, веранда будет холодная. Но все равно утеплять буду в два слоя. 10 сантиметров утеплителя. Так, ну вот, друзья, я за сегодня добил таки вот этот витраж. То есть обошел окно, прокрасил. Вот. В принципе, осталось одно еще. И с той стороны сзади. Вот. Ну вот такие темпы. Вот и окно обошел за день. Козырек покрыл фальцевой кровлей полностью. Вагоночкой подбил. Здесь вот хвосты подобрал. Тоже тут было не закончено. Сюда обошел окно, покрасил. Угол за дверью срезал, спилил. Ну, из бревен шлифанул. Тоже это много времени занял. Вот, в принципе, могу показать, какой использовал я инструмент. Я считаю, это ничего такого особенного. Я даже назвал шансовый инструмент. Шуруповерт, бензопила, степлер, молоток, уголок, уровень. Да, ну, если не считать, вот для гурманов, вот этот ящик находится, инструменты жестянщика. Это вот зажимы, одинарный двойной фалец. Я козырек. Я просто вот сегодня привез ради козырька вот этот инструмент. Я покрыл. Ну все, в принципе, вот такой инструмент. Буду собираться. В принципе, сегодня пятница. Сокращенный день. Вот. В принципе, считаю, что дальше я вот буду такие же работы. Также продолжать, да, блокхаусом обшивать со всех сторон утепление внутри вот этих ниш вокруг окон и также блокхаус внутри. Ну вот, вид я уже покрасил, навел порядок. В принципе, здесь, ну, такой общий вид закончен, остались обналичники. Ну и козырек, который я покрыл сегодня, вагонки не хватило добить ее сверху. И да, еще не сверху, а сбоку вот эти тоже треугольники.
Вот. В принципе, покрасил. Когда все это доделается, подоконнички вставятся на окна. Все это будет обалденно. Окультурится, канатиком подобьется. Еще сегодня вот время забрало, возился. Бочку мусора накопилось много. Целлофана, всяких упаковок, обрезок. Я машину выгнал. Там полил, там накопилось. Ребята тоже на втором этаже вагонку бьют. Там куча отходов, три обрезка. Наводили порядок. Тоже занимает какое-то время. Ну что, вот такой вот пейзаж. В принципе, считаю, козырек вписался сюда. Тоже добавил такую фишечку. Вот. Буду прощаться с вами на этом. Меня зовут Мороз Алексей, компания Крофмонтаж. Это видео, в принципе, не касается прямой моей профессиональной деятельности. Ремонта кровли, кровельных работ, ремонт, евроремонт квартир. Почему? Потому что я работаю для себя здесь. Ну, в принципе, для души. Если знаешь, умеешь, почему, так сказать, не делать себе там, или зачем платить людям. Хотя, в принципе, времени мало, и так у меня сейчас ребята занимаются отделкой в доме. Там сейчас лащат, красят, вагонку бьют, ламинат стелят. Но не хочу туда подниматься, потому что я как поднимаюсь, они там сразу теряются, начинают ходить кругами. Работа стоит. Вот. Но я тоже все-таки люблю поработать для души, чтобы не терять, так сказать, навык. Быть всегда в тонусе. Для себя что-нибудь такое помастерить, как вот в данном случае. Вот. Ну что, желаю всем успехов. Не забывайте подписываться. С вами была компания Крофмонтаж. До новых встреч!